После того, когда я выиграл, вообще я спрятался вообще-то на пару недель. Ты не выходил из дома вообще? Лишь? Не, почему? Выходил, и только папарацци везде были в кустах. Раньше я соглашался на, ну, например, на такие пресс-конференции почти каждый день. А сейчас я понял, что мне же нужно еще и творчеством заниматься. А сейчас время на личную жизнь остается, и есть ли любимая девушка? Если не секрет, кто она? Секрет. Но есть? А, ну да. Жениться на девушке вы не собираетесь? В этом году нет. А в следующем? Мне хотелось бы больше времени на личную жизнь. А вообще-то иногда мне нравится думать, что когда я концерты даю, это тоже моя личная жизнь. Потому что я тоже лично стою на сцене.